Что выборы грядущие готовят? В Саранске прошло совещание руководителей и сотрудников территориальных избирательных комиссий. Они обсудили вопросы подготовки и проведения выборов главы Мордовии. Единый день голосования пройдет 10 сентября 2017 года. Подробнее об этом Евгений Волков. На совещании в Центр избирком Мордовии пригласили председателей, секретарей и системных администраторов территориальных комиссий. На повестке дня – разбор ошибок во время проведения прошлых выборов и подготовка к единому дню голосования 10 сентября этого года. Очень важный момент для нашей республики, потому что будут проводиться выборы главы Республики Мордовия. Выборы будут назначены в период с 1 по 11 июня. Начнется избирательная кампания. Ну и также в единый день голосования будут проведены в ряд муниципальных районах дополнительные выборы порядка 20 депутатов. То есть вакантные депутатские места будут замещаться. На совещании обсуждались жалобы на действия членов территориальных избирательных комиссий. Чаще всего это были неправильные выдачи копий протоколов. Конечно, чтобы чисто провести выборы и грамотно, людей нужно обучать. Вот цель нашего семинара в этом. Знание законодательства, повышение знаний в этом плане, избирательного процесса, избирательного права, потому что, чтобы все правильно сделать, надо обязательно знать закон. И мы, конечно, рассказываем и теоретическую часть мы преподносим, но также вторая часть нашего семинара будет посвящена проведению деловой игры. В игровой форме сотрудников территориальных избирательных комиссий обучили, как правильно себя вести с момента начала подсчета голосов. Кто должен присутствовать на участке, кому выдаются копии, как правильно их заверить и как избежать жалоб со стороны наблюдателей. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.